Мне сегодня позвонила мама и попросила поздравить всех, кто проходит с ней курс лечения. Я сказал, что сегодня на радио выходной. И тут же подумал, а ведь когда эта женщина растила меня, у нее выходных не было. С самого детства и до сих пор, когда мне что-то надо, я всегда в ответ получаю любовь и заботу. И, добравшись до студии, хочу поздравить тебя, мама, с Днем Матери. Если бы ты знала, как я люблю тебя. Большое спасибо тебе за любовь. А также поздравляю всех матерей, которые сейчас находятся рядом с тобой. Поздравляю с Днем Матери всех, кто смотрит это видео. Тем, кто до сих пор не поздравил маму, адресую строки из песни Артура Алиева. «Цветы дарите матерям своим при жизни. В дороге к звездам красота им не нужна. Весна наступит после холода и стужи, а мать уйдет и не вернется никогда. Поэтому прямо сейчас идите и обнимите своих матерей. Кого мама уже покинула, поблагодарите ее за все. Если бы я мог увидеть себя малышом, то потрепал бы по голове и сказал: твои мать и отец любят тебя и желают счастья. Будьте здоровы и счастливы. С Днем Матери вас!